1 сентября для школьников из многодетных семей выделяются окружные средства на приобретение канцелярских принадлежностей, школьной формы или других необходимых вещей. Денежные выплаты получают семьи, имеющие 3 и более детей. На каждого учащегося выделяются 3354 рубля 90 копеек. Материальную поддержку уже получили 393 человека на общую сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Выплаты производят в зависимости от времени обращения. Многодетным семьям, которые состоят на учете на 1 июля, выплачивается до 20 июля. Те, которые приходят с заявлением с 1 июля до 1 августа, то до 20 августа выплачивается. Те, которые подойдут к нам с заявлением с 1 августа по 1 сентября, то до 5 сентября мы выплатим. А многодетным семьям, которые имеют детей, которые обучаются за пределами автономного округа и осваивают программы уже высшего и среднепрофессионального образования, там нужно предоставлять справочки о том, что они продолжают обучаться в своих учебных заведениях и не состоят в браке. До 1 октября им будет выплачиваться по предоставлению этих справок. Напомним, выплаты производятся по обращению в органы соцзащиты, состоящим на учете гражданам. Для получения данной поддержки необходимо предоставить справку из образовательного учреждения, подтверждающую обучение в нем ребенка.